люди искусства — это поэты, писатели, музыканты, а также художники. Им приятно работать и творить в вдохновляющей атмосфере. И мы находимся в одном из таких мест. В галерее детской школы искусств села Чесноковка открылась выставка творческих работ. В зале представлены полотна, выполненные в разных техниках и жанрах. Масляная живопись, акварель, графика, смешанная техника, батик, войлок и другое. Преподаватель школы искусств проводит краткий экскурс по выставке и знакомит гостей с представленными работами. Что изображено на твоей картине? Цветы – это одуванчики, потом трава, природа. Как ты вдохновился на написание своей картины? Я обычно люблю там о природе что-нибудь, и я решил как бы именно, одуванчики нарисовать. Что нужно сделать, чтобы попасть на выставку? Нужно сделать так, чтобы тебе это нравилось, и в это вложить душу. Каждая картина – это диалог художника и зрителя, в котором оживают полотна, создавая прекрасный мир, воспевающий вечные ценности. Радует и ценно то, что их авторы живут и творят рядом с нами. Как ты нарисовала свою картину? Сначала я рисовала саму голову, волосы. Потом я начала рисовать руки. Потом начала рисовать глаза, потом нос, потом брови, а потом рот. Насколько сложно рисовать людей? Людей сложно рисовать, особенно сложно рисовать это глаза и нос и рот. Потому что там есть очень маленькие частицы, и может получиться не очень похоже. С некоторыми художниками ребята пообщались и задали им свои вопросы. Сама атмосфера мероприятия очень искренняя и радушная. Звучат теплые слова в адрес живописца, присутствующие делятся впечатлениями о выставке. Надеемся, что таких выставок и картин будет все больше, ведь искусство – важная часть нашей жизни. Айлина Султанова, Эдуард Гайнам, специально для Горы Новостей.